Всем привет! Я сегодня расскажу вам, как сделать компас из магнита, пробки и иголки. Намагнитываю иголку, ложу ее вот сюда, вот, и аккуратно ложу в воду. Она показывает, где юг, где север. А вы знаете, что воду есть везде, кроме воды? Мы сейчас и проверим. О, пузырек. Маленькие вот такие пузырьки. В них сохраняется воздух. Смотрите, сколько пузырьков на камушках появилось. Я проверяю свойства подсолнечного масла. Я добавляю подсолнечное масло потихоньку в баночку с водой. Оно все на поверхности. Я теперь добавляю воду с красителем фиолетовым. Я добавляю. Вот это да! Почему она не падает? Потому что ее держит масло подсолнечное. Вода к водичке прорывается. Упало все-таки, а подсолнечное масло держится. Вот это да! Подсолнечное масло меньше плотности, чем вода, поэтому оно не тонет. Я делаю сегодня третий эксперимент. Я хочу проверить, мандарин будет со шкуркой плавать или нет. И он плавает. Там воздух. А теперь его очистим. Теперь кладем его в воду. Он утонул. Это говорит о том, что шкурка его защищает.